Если кому интересно, ломик находился здесь. Нам осталось еще найти, по-моему, два ломика. Нет, еще один ломик остался. Хорошее местечко. Вот она. Последняя деталька. Ну все, мы собрали весь лом. Уничтожили все хреновинки. Всем привет, дорогие друзья, вы на моем канале Железное Сердце, с вами Лорд Вуду, и мы продолжаем прохождение игры Безумный Макс. Бэдмэкс. Возвращаемся в нашу тележечку. Жужжа Квазимота заждался. Ну все, едем путешествовать. Погнали. Не знаю, как вам, а мне вот не дает покоя вот это вот местечко. Где вот люк-то был, помните? Хотя почему-то очень хочу туда съездить. Может, там какой-то секретик все-таки находится, который мы не смогли открыть в прошлый раз. А возможно, там какое-нибудь оружие или что-нибудь еще навороченное у нас. Я все-таки хочу это сейчас сдернуть лебедочкой. Открыто, блин, надо убрать это достижение. Бензин просто так зря жжем. Кстати, ездим налево. Если тут ничего не будет, это будет очень обидно. Так, нам надо лебедку. Вот эта лебедка. Давай. Тяни машины, давай. Отлично. Упираются ворота, значит. Это хорошо. I'm going. Wait here. Подожди здесь, а я пошел на разведку. Это тут мой секретик должен быть. Так, раз ломик. Враги будут. Два ломик. Еще где-то третий ломик. Требуется гвоздодер. Гвоздодер нужен, чтобы открывать определенные контейнеры и двери. Купить его можно в меню Макса. Меню Макса? Ну-ка. Макс. Слава. А меню Макса у нас недоступно. Ё-моё, а! Так, биография, персонажи. Ознакомимся. Макс-одиночка, он бежит от себя и своего прошлого. Где-то на закате человеческой цивилизации. Читает он это все нам. Где-то на закате человеческой цивилизации его семья погибла, и с тех пор он все время в дороге. Он живет одним днем, точнее, просто выживает, пытаясь справиться с какофонией из искаженных воспоминаний, образов и звуков. Макс давно бы остановился, прекратил сопротивляться, перестал дышать, но тело не позволяет ему это сделать. Навыки, полученные в ходе курса по выживанию, уже у него в крови, поэтому его растревоженный разум создал воображаемую страну, безмолвную равнину, где он обретет покой, утолит тоску и заставит голоса из прошлого умолкнуть. Все это у него осталось. Старая машина, перехватчик или черный на черном. Шанс выжить в пустоши, когда черного на черном уничтожают, все меняется. Но одно остается неизменным. Движение вперед и борьба за выживание. Про Квазимоту почитаем. Жестянчик, странноватый механик, который живет в регионе Великая Белизна. Пути Жестянчика и Макса пересекаются, когда первые искатели... Так. Пока первый искал детали двигателя, Жестянчик увидел в дальнозоре, как Макс сражается с воинами и члема Отруса, и решил, что Макс ему послала сама судьба. О прошлом Жестянчика мало что известно. Он из Гастауна, однако его оттуда изгнали, несмотря на то, что он талантливый механик. Он долго жил один в пустоши, торгуя с такими личностями, как Джит и Брюхарес.
Он поселился на старом корабле, обустроил гаражи, гараж и начал собирать машину. Жестянчик считает себя пророком собственной страны и религии, главная роль в которой играют автомобили и техника. Он говорит, что поклоняется божеству по имени Ангел Возгорания, а также другим похожим, менее значительным богам. Он верит, что небеса поручили ему создать идеальную машину, шедевр с помощью Макса, который жестянчик называет Световойн. Он верит, что Макс ему послал Ангел Возгорания. Религиозные убеждения жестянщика совпали с целями Макса. Эти двое решили создать шедевр. Прикольно. Шлем. Шлем Острус, военачальник самовоспроглашаемый защитник Гастауна. Его отец несмертный Джо. Его брат, это, короче, тот, который по фильму был, видать, бессмертный Джо. Рактус Эринтус. Еще в юности Шлем показал себя талантливым воином, а повзрослев, превратился в настоящую машину смерти, стремительную, сильную и безжалостную. Своего первого врага он убил 8 лет на тренировке. Затем последовала череда убитых соперников и учителей. В подростковом возрасте он оттачивал свои навыки в смертных гонках между Гастауном и Свинцовой фермой. Он обожал пустошь, постоянную войну, возможность уничтожать всех, кто был слишком слаб, и забирать их ресурсы. В лагере дали от условности придворного мира цитадель, он оковал железный кулак своей армии. Сковал, короче. Во время пустышных войн Шлем победил доктора Деменция. Вернув город под руки несмертного Джо, он получил титул защитника Гастауна и переселился туда. Шлем славился жестокостью и обожает шокировать окружающих такими предметами, как пояс с подвешенными человеческими головами, острый, как бритва, гульфик. Его армия слепо предана своему командиру, и его готовы выполнять любой приказ, даже самый безумный. Символами власти Шлема в Гастауне служат мелкие пугало и многочисленные военные лагеря, в которых тренируются будущие бойцы его легиона. Да, интересные биографии тут. Ну, в следующий раз мы почитаем о бойцах Шлема. Да, там что-то ценное, блин, гвоздодер требуется нам. Ну, значит, придется сюда потом еще вернуться. Не зря меня это место так манит сюда к себе. Надеюсь, тут мы открыли вот эту хрень. Люк, теперь, блин, не залез бы сюда кто-нибудь. Теперь же это стало легкой добычной. Надо попробовать сейчас назад положить ворота. Тащи. Ух ты, блин, оторвалась. Ну да, мы назад, блин, это будем очень долго мучиться, чтобы назад положить. Даже не знаю, стоит ли заморачиваться этим делом. Если долго мучиться, то что-нибудь получится. Все. Красавчики мы с тобой, Квазимодка. Теперь можно ехать на задание. Встретиться с таинственным жителем. Помните, мы встретили его на базе, он там ходил. Сказал, что когда придет время, мы с тобой еще встретимся. Вот, я думаю, время пришло. Квазимото сказал, что он соберет из запчастей. Так, это где мы? Надо, блин, прорисовать маршрут, а то мы так что-то заблудились уже. Ну, вообще в другую сторону ехать. Сможет собрать нам нитро, но что-то он не собрал. Видимо, запчастей там не было. Сейчас, по-моему, с Квазимото первый раз встретились.
Прыгаем. Ух ты, хорошо, что мы на колеса приземлились. Вот где он живет, поэтому мы его на горе-то и видели первый раз. Stay with the car. I do this alone. Давай, чини машинку. Надеюсь, это не ловушка. Он стоит на горе с огромным мешком. Бури вызывает, что ли? Привет, шаман. There you are, shifter of sands, letter of blood, remnants of a ruined past. You say you seek the plains of silence, but do you not wander them right now? The remains of your life, a perpetual flight, an escape from all that is human, until one day. The plains of silence end, and you begin. You have a purpose in this life, my friend, although you fear to dream it. But pain will come, much more pain, before this purpose to you is made manifest. You know nothing of me. Look behind you, at June after June of drifting. Half-forgotten terrors. You flee them always. These past phantoms. And the madness that crawls inside. You've come to Griffith for a reason. Deep inside. Twisted around horrors from which you run. Lies your strength. Griffith can help. Help you venture down to where you daren't go yourself. And lay bare your true promise. Оба-на. Значки грифа. Развивайте способности Макса, обменивая значки у грифа. Адаптация. Улучшите свою способность Макса, чтобы сэкономить топливо при вождении. Выучка. Улучшение способности повысит урон при атаке оружием ближнего боя. Контроль эмоций. Улучшайте эти способности, чтобы Макс дольше оставался в режиме ярости. Боеприпасы. Улучшите способность, чтобы получить больше боеприпасов при сборе трофеев. Интуиция. Улучшите способность, чтобы больше применять оружие ближнего боя. То есть оно портится со временем. Ага. Живучесть. Улучшите эту способность, чтобы увеличить максимальный запас здоровья. У меня 3 очочка. Метаболизм. Улучшайте эту способность масс, чтобы пища восстанавливала больше здоровья. Разумность. Используйте жетон, чтобы повысить уровень славы Макса на 1. Что за слава? Улучшите эту способность, чтобы получить больше воды из источников воды. Больше лома и трофеев. Так, ну что будем увеличивать? Я думаю... Способность повысить урон при атаке оружием ближнего боя. Кулак — это интересно. Ближний бой... Так, давайте я... Мам, кстати, не можем все повысить. Видите, нам только по одному дают. Контроль эмоций повысим. Больше боеприпасов при сборе нет. Давайте увеличим максимальный запас здоровья. Вот так вот. Отлично. Подтвердить. Теперь мы будем сильно больно бить. Ну чё ты, на карачках-то стоишь? Пока двигаться не начали, он так на карачках бы и стоял. Новая биография в меню паузы. Гриф помогает Максу развивать способности в обмен на значки, которые можно получить за прохождение испытаний. Ага. Это вот мы когда лагеря осматриваем и все остальное. Так, и где эта новая биография наша? Вот она.
Бродячий мистик, который, кажется, интересует только Макса. Он помогает Максу заглянуть в собственную душу, войти за пределы сознания, усилить свои физические параметры. Не ты ли странствуешь, чтобы забыть? Я уже видел тебя. Ты бежал от призраков и тщетно искал безмолвную равнину. Наши дороги скоро сойдутся, тогда ты родишься заново и станешь сильнее своих страхов. Ну что, полезный чувак, полезный. Не зря мы с ним встретились. По крайней мере, в рукопашке нам это поможет. Да. Ты зачем патроны тратишь, дурик? Наводчики. Как далеко мы машину оставили? Что, нашу машину узнали? Сигнал жестянщику. Если жестянщик далеко, вы можете подать ему сигнал, выстрелив из ракетницы. Вскоре после этого он приедет на шедевре. Вот кот. Взял на машине куда-то, уперся. Смотри, меня не задави. Take her somewhere safe. No time to waste then. We've a car to build. Yes, we do. We've done righteous work, Saint. We have what we need to install the nitrous boost. Гараж. Вы можете в любой момент перейти в меню гаража, выбрать соответствующий пункт меню паузы. То есть в гараж нам можно не ехать, что ли? Пришло время установить наш шедевр нитро. Выберите категорию нитро, установите улучшение 2 заряда. Давай, нитро. Теперь, когда уровень угрозы снизился, разведчанчик может использовать собранный лом для установки 2 зарядов нитро. Так они еще и кончаются. Давай, ставь. 2 заряда. Завершено. Вот, блин, оно еще, оказывается, заканчивается. Он знает, куда ехать. Ну, поехали тогда. С новым нитро. Сейчас испытаем. That's pretty good. Some rocket engineering, huh? Praise be! Bulletproof! Вот сюда. Here, aim for the edge and boost across it. Оба! Так, нитро надо было включить в самый момент прыжка. Так, бензин весь пожжем сейчас. Давай, учимся. Нормально. Так, дальше едем. Дальше, так дальше. Оба. Оба. Бортовой таран и нитро одновременно. Опа. Миссия пройдена. Праведный труд. Работа продолжается, но шедевру не хватает сердца. Мне нужен 8-цилиндровый мотор. Ну, это мы будем искать уже в следующей серии. Здесь мы и так неплохо побродили. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч. Давай, Макс. Отлично. Ярость наполнился. Сам ударился. Он сам ударился, я видел.